Песочные часы показывают время, оставшееся до конца битвы. Тяжелая конница подобна тарану. Она стремительно обрушивается на врага, сминая его ряды и открывая путь вашей пехоте. Лучший способ остановить всадников – приказать копейщикам атаковать их с тыла или фланга. Чтобы перейти к упомянутым войскам, щелкните на кнопки «Урок». Копейщики наиболее эффективны против кавалерии. Чтобы перейти к ним, счет. Обескровлен. Мы истребили половину его армии. Если вашу пехоту атакуют всадники, прикажите ей остановиться. Таким образом, пехотинцы смогут подготовиться к отражению атаки и понесут меньшие потери. Чтобы перейти к упомянутым войскам, щелкните на кнопки «Урок». Вражеский полководец – бесчестный трус!
Он бросил свою армию и бежал! Хвала Всевышнему! Мы пленили вражеского полководца. Пусть он посмотрит, как мы разгромим остатки его армии. Вы победили. Теперь... Этой победой восхитится весь христианский